Более полмиллиона мальков осетра запустили в водоемы Дагестана. Работы по выпуску проводили сотрудниками Росрыболовства Республики. Выпущенные 200 тысяч мальков идут в рамках выполнения госзадания и 300 тысяч профинансировано Министерством обороны России из заранее причиненного ущерба биоресурсам от проведенных учений в акватории Каспия. Всех мальков вырастили на заводе «Сулак» в Кизилюртовском районе. Рыбную молоть выпустили через каналы в реку Сулак, по которой мальки должны добраться до моря.